Здравствуйте, друзья. Я возвращаюсь из аэропорта, оставив в рентовке автомобильной Наташу Квик и ее супруга. И нам предстоит целый день провести вместе в субботу вчетвером. И я подумал вот о чем. Много вопросов поступает о том, что вот как американцы относятся к этому, как американцы относятся к тому. Давайте сюда ваши вопросы. Вот в комментариях к этому видео. И фактически речь идет о том, что бы вы хотели спросить у Винсента. Не имеется в виду там про Наташу. Про Наташу мы и так поговорим. А вот про Америку, да? Вот пусть человек расскажет про свою страну. То, что вы хотели бы знать. Так что все вопросы к американцам, о жизни американцев, там, о том, о сём. Во всяком случае, вот мы одного из них поспрашиваем. Все, счастливо!